Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». С вами Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Большое сердце. Сегодня в России отмечается День социального работника. Пространство будущего. В Чебоксарах продолжают благоустраивать дворы по программе формирования комфортной городской среды. «Золотой голос». Вокалист из Чебоксар прошел финал Евразийского международного фестиваля в области национальных культур. Стражи порядка Чувашии сегодня принимали поздравления с профессиональным праздником. Российской полиции в эти дни исполняется 300 лет. В честь юбилея сотрудникам МВД вручили награды. Подробности в следующем материале. Российская полиция, созданная Петром Первым 300 лет назад, была и остается главной опорой власти и гарантом безопасности. Это строчки из поздравительной телеграммы федерального министра Владимира Колокольцева. Специально к празднику руководитель МВД учредил юбилейные медали и нагрудные знаки. С наградами к стражам порядка приехал и глава региона. После проведенной реформы в стране начали выстраивать эффективную правоохранительную систему. За последние годы подход к работе в МВД изменили кардинально. Михаил Игнатьев отметил, что сейчас в ведомстве служат профессионалы с большой буквы. Благодаря им республика остается одним из самых безопасных регионов. Сотрудники полиции оберегают мирную жизнь граждан, заботятся об их безопасности и благополучии. Напряженная служба в органах внутренних дел требует высокого профессионализма, самоотверженности, мужества и преданности интересам Отечества. Мы по праву можем гордиться героями в рядах чувашской полиции. Показатели работы республиканского МВД улучшаются. Немало преступлений раскрывают по горячим следам. Продолжая славные традиции старших поколений, личный состав Министерства внутренних дел по Чувашской республике из года в год наращивает усилия для успешного решения возложенных на него ответственных задач. Именно от нас зависит уровень уверенность населения и собственной безопасности. Каждый понимает, что только эффективная борьба с преступностью и терроризмом, защита конституционных прав и свобод личности сегодня является основой укрепления доверия населения к органам правопорядка. Сейчас перед МВД стоят серьезные задачи. Поставить заслон преступности могут только преданные своему делу люди. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Вопросы образования и молодежной политики глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил сегодня с экспертами молодежного форума. В Молгороде в эти дни работают депутаты Государственной Думы России, известные актеры и телеведущие, общественные деятели. Молгород проходит уже 10-й год и с каждым разом набирает обороты. В этом году на форуме работают 6 образовательных площадок. На самом деле наша задача вместе с вами в нашей общей совместной деятельности – это создавать условия, среду для самореализации молодежи, чтобы они готовились. И как раз эти площадки позволяют им кого-то послушать, кого-то услышать. Задачей форума – удовлетворить интеллектуальные запросы широких молодежных кругов, организаторы справляются, уверены эксперты. Они оценили и высокую активность самих участников форума. И прямо столкновение с людьми очень приятное, люди открытые. Это очень хорошо, это замечательно. Много нюансов, всем очень интересно было, множество вопросов, и потом даже не успели со всеми сфотографироваться, потому что желающих было очень много. Положительный эффект от подобных мероприятий ощущается не только в молодежной аудитории, но и в правительственных кабинетах. Мы же должны молодежь привлекать и в управление проектами. Вот. Мы должны ответную реакцию слушать. На самом деле, вот такие ребята, вот, очень легко нам было. Мы на одном дыхании с Леонидом Ильичем 2 часа разговаривали. В Чебоксарах задержали депутата городского собрания. Его обвиняют в организации убийства. По версии следствия, он заказал киллеру своего партнера по бизнесу. По версии следствия, в октябре 2016 года в городе Чебоксары обвиняемый из личной неприязни к своему знакомому, с которым они являлись учредителями коммерческой организации, с целью организации его убийства, собирал сведения о частной жизни потерпевшего, после чего организовал их передачу исполнителю убийства. Вечером 25 декабря прошлого года в северо-западном районе столицы республики тот произвел с потерпевшего один выстрел из обреза ружья, однако промахнулся. В результате совместного
совместной операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, исполнитель убийства был обезврежен и задержан на месте преступления. Причастность 41-летнего обвиняемого к организации покушения убийства по найму удалось установить в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении исполнителя указанного особо тяжкого преступления. Холодно стало, осень настала. По этой причине в прошлом году в ряде чебоксарских дворов не успели закончить работы по программе формирования комфортной городской среды. Сейчас они продолжаются. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Погода была виновата или что-то еще, но осенью прошлого года дворы, которые благоустроили по программе формирования комфортной городской среды, благоустроенными как-то не выглядели. Тогда городские власти обещали, все доделаем летом. Лето наступило, и в дворах действительно начались работы. Жители 27-го и 29-го домов по улице Хивежская в целом обновленным двором довольны. Порадовала эта детская площадка. Порадовало то, что вот в этой части двора было сделано на освещение. Теперь вот в темень мы заходим, у нас светло как днем. Были сделаны замечания в прошлом году. Мы написали даже письмо по недоделкам. Недоделки касались вот этой детской площадки в отношении этих вот дорожек. Сейчас проводятся эти работы, но они еще не завершены в стадии, как говорится. Будем надеяться, что эти дорожки доделают и до этой площадки спортивной хорошо можно будет подойти без грязи. Проверить это можно будет в конце месяца. Такой срок дают в администрации района. Ну а пока... К нашей работе пока замечаний не было, потому что еще не было приемки. Вот что было сделано в начале ноября во дворе по улице 50 лет Октября, 12. Теперь территория выглядит так, но до полного благоустройства еще далеко. К примеру, на детской площадке до сих пор нет специального покрытия. В прошлом году выполнили те работы, которые мы смогли выполнить. В 2017 году. И часть работы оставили на 2018 год. Это в том числе покрытие на этих спортивных площадках, которые в прошлом году невозможно было сделать. И часть территории, тротуаров, которые не были включены в проектной документации. В целом по городу сейчас доделывают начатое в прошлом году благоустройство по 21 адресу. Центр занятости населения Чебоксар предлагает подросткам работу на лето. Несовершеннолетние, начиная с 14 лет, могут официально трудоустроиться в свободное от учебы время. Предлагаются следующие виды работ: благоустройство и уборка территории, озеленение клумб, мелкий ремонт, курьерская работа, работа с документами. Подростки устраиваются по срочному трудовому договору. У них идет трудовой стаж, они зарабатывают свои первые пенсионные баллы. Зарплата начисляется за фактически отработанное время из расчета минимальной оплаты труда, которая составляет сегодня 11 163 рубля с отчислением 13% НДФЛ. Центр занятости дополнительно выделяет материальную поддержку в размере 1 270 рублей. То есть 15-летний подросток, который работал по 4 часа в день, получит приблизительно половину размера минимальной оплаты труда. Сегодня в России отмечается День социального работника. Мои коллеги встретились с представителями этой профессии. Наталья моет руки и проходит сразу на кухню. Социальный работник принесла пенсионерке продукты первой необходимости. Иногда еще приносит лекарства, хотя она и не врач, измеряет давление. Я ее жду как дочку домой. Открывается дверь и входит Наташа. Я очень довольна ее встречаю. Приносит мне продукты. Все продукты, которые я ее просила. Все качественные. А в пятницу убирается все. Всю квартиру убирает. Очень хорошо убирает. Все чистенько. Среди подопечных Натальи – ветераны войны, труженики тыла, инвалиды и просто пенсионеры. 2 года она помогает пожилым людям справляться с домашними делами. Влажная уборка по пятницам и поход в магазины, в аптеку по вторникам. Все дела, которые нужно сделать, расписаны по дням недели. Таких помощников в Центре социального обслуживания Чебоксар 120 человек. У нас есть и частные секторы, и мы выезжаем, у них и огороды, и работаем в огородах, то есть коллективом, не только я, вот, например, а коллективом работаем очень хорошо. И вскопаем, и посадим им все, что им нужно, и выкопаем. Когда у нас наши бабушки, дедушки довольны, то и нам хорошо работать. И очень приятно работать вот так вот, как вот
И они с душой к нам, и мы к ним с душой. Наш центр работает по трем формам социального обслуживания населения. Это первое – надомные формы обслуживания. Сегодня по надомной форме обслуживания 120 социальных работников обслуживает 1075 пожилых инвалидов, которые нуждаются в надомном обслуживании. Помимо этого, есть у нас стационарная форма обслуживания. Это непосредственно в центре на 34 места. Сегодня проживают инвалиды и пожилые, 34 человека, из них 12 – это мужчины. И третья форма – это полустационарная форма. Это по полустационарной форме сегодня к нам приходят днем наши активные пожилые инвалиды. В центре каждый пожилой человек находит себе дело по душе. Квиллинг, оригами, соленое тесто, голубая глина, выжигание, арт-терапия, занятия спортом – вот они, лекарства для долголетия. Чувашия вошла в топ-10 по активности регистрации добровольцев и добровольческих организаций на главном интернет-ресурсе для волонтеров в единой информационной системе «Добровольцы России». У нашего региона 4-я позиция в рейтинге. Сегодня в Чувашии 1600 добровольческих команд, в которых около 47 тысяч волонтеров. Добровольцы помогают пожилым, ветеранам, людям с ограниченными возможностями, поддерживают детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, пропагандируют здоровый образ жизни. 9 и 10 июня в Новочебоксарске пройдет открытое первенство Чувашской республики по конкуру. Юные наездники со всей республики встретятся в спортивной школе по конному спорту. Чтобы выявить сильнейших, начало соревнований в 10, вход свободный. И к другим новостям. Вокалист из Чебоксар прошел финал Евразийского международного фестиваля в области национальных культур. Юлия Важенина познакомилась с юным дарованием. Так в шляпе, подтяжках и с красивым голосом Егор Замаскин собирает призы и кубки разных вокальных конкурсов. В свои 12 лет он уже может похвастаться внушительной копилкой наград. Будущее России, путь к успеху, вдохновение. Юный вокалист не раз побеждал на различных городских, республиканских и всероссийских конкурсах. Совсем недавно Егор прошел финал Евразийского международного фестиваля в области национальных культур World Folk Vision. Я чувствовал, знаете, что это было незабываемо. Я просто взял, обнял маму, сказал: «Я победитель! Ура!» Все. Егор уже 3 года занимается вокалом, любит иностранные песни и выступает на сцене. А началось все вполне обычно. Я решил заниматься вокалом, потому что мама надоела, как я все время пел дома. И так она меня отвела к Наталье Александровне, чтобы хоть как-то меня замолкнуть. Но этого не случилось, я стал петь еще больше. Теперь мама Егора нисколько не переживает по этому поводу, а наоборот, всячески поддерживает сына. Именно она самый преданный зритель Егора, и благодаря ей в видеотеке юного певца все его выступления. Я намного сильнее волнуюсь. В этот момент я даже дышать не могу. Телефон в руках. Ну и, конечно, по окончанию песни на всех съемках слово «молодец». Кстати, то, что из Егора получится артист, его педагог по вокалу поняла сразу, с первой встречи. Я, конечно, без улыбки на лице не могу вспомнить, потому что он пришел без каких-либо вокальных навыков, но как я своим взглядом педагогическим таким уже увидела, что в нем скрыт очень большой потенциал. Его харизма бежала впереди него, наверное, 2 метра. Вот ему стоило только зайти ко мне в класс, и я увидела, что да, вот он, настоящий артист, настоящий певец. Теперь Наталья мечтает, чтобы Егор засиял на мировых сценах. Кстати, уже сейчас он готовится покорить одну из них. В марте Егор будет представлять Россию на финале фестиваля World Folk Vision. Что ж, пожелаем ему удачи. Женина, Александр Петров, Республика. Приятная новость пришла сегодня из Уфы. Там подвели итоги всероссийского конкурса «Включайся».
Среди победителей сюжет «Герои среди нас» из нашей детской программы «Акелбупсер», редактором которой является Мария Шоклева. Всего в конкурсе участвовали 294 работы, победителями стали только 14. В автосалоне «Диалавто» состоялась презентация долгожданной новинки «Лада Седан Веста Кросс». В рамках Дня открытых дверей посетители салона смогли оценить высокую проходимость автомобиля, комфорт и легкость в управлении. Об этом далее. Я с вами прощаюсь до завтра. До свидания. Вот она, русская машина, на равных конкурирующая с иномарками. Есть Вести Кросс и импортные комплектующие. Из основных это коробка передач и подвеска. Предыдущее поколение автомобилей Лада Веста продержалось на конвейере 3 года. И вот результат рестайлинга – новая Веста. Лада Веста Седан Кросс отличается повышенной проходимостью. Клиренс автомобиля 203 мм. Автомобиль полностью отвечает стандартам качества. 17-ли диски идут уже с завода. В этом автомобиле новая подвеска. Газонаполненные амортизаторы, усиленные пружины позволят вам проехать по любой дороге. В рамках Дня открытых дверей жители республики смогли не только посмотреть на новую модель, которая объединила стиль стремительного седана и проходимость уверенного в себе кроссовера, но и посидеть за рулем, заглянуть под капот, оценить вместимость салона и багажника. Первое, что отмечали посетители – усовершенствованный внешний вид. Машина комфортная, широкая, посадка высокая у нее. Качество, ну, на одном конвейере считается, собирается, хоть иномарка, хоть наше отечественное. «Диалавто» всегда готов порадовать своих посетителей. Для гостей в день открытых дверей автосалон организовал праздничный фуршет с легкими закусками и приветственными напитками. Для тех, кто не успел познакомиться с новой моделью «Лада», мы устраиваем большой праздник 12 июня в парке «Амазония». В этот день вас ждет яркое шоу, вкусные напитки и угощения, мастер-классы для всей семьи, подарки и множество других развлечений. Приходите провести этот день ярко. Начало в 13:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно в группе ВКонтакте «Диалавто». Официальный дилер «Лада» «Диалавто» рад видеть поклонников и владельцев «Лада» и на будущих праздниках. Первое авто поступило в «Диалавто» недавно. Продажи в дилерском автосалоне уже начались. Выбрать свою новую «Весту» у официального дилера в Чувашии можно в удобное время в автосалоне «Диалавто» в городе Чебоксары с 8 часов утра до 8 часов вечера в любой день недели. Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика.